Добрый день, друзья! С вами Федерация судебных экспертов и очередная передача на тему судебной электротехнической экспертизы. До настоящего момента мы не сняли ни одного ролика на тему электротехники, и сегодня мы заострим внимание именно на этом виде экспертизы. Мы до начала съемки обсуждали, какие виды электротехнической экспертизы существуют, то есть какая специализация существует. По заказчикам, допустим, по людям, по организациям, которые назначают экспертизу? Виды делятся, на самом деле, очень просто и условно. Они делятся по каким-то мелким происшествиям, то есть у граждан, которые проживают в квартирах, в своих загородных домах, и уже так вот постепенно к более крупным, это станки на предприятиях, промышленное оборудование и прочее. Офисные помещения и так далее. Да, больше к промышленному уже относится. Итак, друзья, надеюсь, вам наш видеодоклад на тему электротехнической экспертизы показался интересным. Если у вас в жизни происходит подобный инцидент, обращайтесь к Яну Городецкому, звоните в Федерацию судебных экспертов. Мы обязательно поможем вам в проведении данного рода экспертизы и постараемся с помощью суда привлечь их к ответственности. Все, друзья, до свидания, до новых встреч.